Участники первой в этом году смены стали съезжаться во Всероссийский центр с 3 января. В связи с новогодними каникулами она стартовала не 1, а только 9 числа. 200 спортсменов из 10 регионов пробудут на тренировочных сборах в Сочи ровно 24 дня. Это команды по шорт-треку, керлингу, фигуристы и хоккеисты. Для последних визит во Всероссийский центр не просто шанс отточить технику игры на олимпийском льду, но и возможность сразиться за кубок. На этих олимпийских объектах знаменитые спортсмены участвовали в соревнованиях. Это их подстегивает, и они больше отдаются этому виду спорта. Ну а завершением этого всего будет, я так понимаю, будет традиционный турнир, который проводится каждую смену с командами. Так что еще есть стимул для того, чтобы победить в этом турнире. И раз, два. Команды по фигурному катанию между собой не сражаются, но их тренировки по степени сложности ничем не отличаются. Сначала спортсмены разогреваются в зале хореографии, а потом на лед. Фигурным катанием на коньках Дарья Соколова занимается с 4 лет. За плечами 9-летней спортсменки из Санкт-Петербурга уже немало призовых городских турниров. Девочка уверена, что 24-дневные тренировки в центре помогут ей улучшить катание. Здесь мы прыгаем, вращаемся, скользим. Здесь свободный лед, и здесь можно много чего делать. И потом, если приехать в Питер, можно спокойно там призовые места занимать. Помимо тренировок, участники смены занимаются творчеством, ездят на экскурсии и посещают школу. В 2014-м Всероссийский детский спортивно-оздоровительный центр посетили 1200 молодых спортсменов из более чем 30 регионов страны. И каждый участник смены отмечает высокий уровень организации и приема гостей. База фантастическая, отношение фантастическое, все за нас болеют, о нас заботятся везде, начиная от охраны, дирекции. Все замечательно. Площадки отличные. Залы оборудованы просто по последнему слову техники. Тренировки и обучение в этой смене продлятся до 28 января. Это значит, что каждый из ребят сможет пообщаться с мастерами и поболеть за лучших представителей отечественного слэш-хоккея. Матч звезд состоится 24 января в 15 часов на Малой ледовой арене «Шайба». Татьяна Нагорская, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.